Добрый день, Конор. Я оставила в старом доме рулоны шелка. Они очень ценные, но возвращаться мне опасно. Как бы ни дошло до убийства. Вы не заберете их, если выпадет случай? Конор. Вот инструменты, которые вы просили. Прям что надо. Пора за работу. Норрис уже совсем замучил меня со своим ножом. Я подслушал разговор двух британских солдат. Вас разыскивают. Да уж, представляю. Рано или поздно до меня доберутся. Простите, люди добрые, не найдется ли ночлега и еды для усталого путника? Путника? Откуда вы? Из-за моря, из Лондона. Англичанин? Поверьте, я не слуга короля. Вы так добры. Спасибо. Мы тут спину гнем за свой кусок хлеба. А вы-то чем промышляете? Я хочу нести слово Божье тем, кто ищет спасения, а не пичкать им тех, у кого своя вера. Эти взгляды империи не по душе. Видит Бог, нам есть в чем исповедоваться. Мы с Олей скучаем по воскресной мессе. И Марии бы почитать Библию. Вместе мы уж как-нибудь построим церковь, если вы станете пастором. Конор? Что ж, господин пастор. Просто отец Тимоти. Удачного дня. Этого хватит на славную церковь. Добрый день, Конор. Удачного дня! На помощь! Прошу, помогите! Конор! Слава Богу! Пруденс, вы целы? Что Конор, вы делаете одна в лесу? Хвала небесам! Роды начались!
Надо отвезти вас к доктору Уайту. Нет, не могу. Возьмите лошадь, езжайте за ним. Доктор Уайт, едем скорее. Что такое? У Пруденс начались роды, она в лесу. В лесу? Какого черта она там делает? Это не важно. Надо найти Уоррена. Сейчас? Да. Уоррен, вы здесь? Я тут. Что случилось? Где она? В каком она состоянии? Она мучилась. Совсем не могла двигаться. Бледна? Кровь была? Я не видел. Может, еще есть время. Скорее! Здравствуйте. Кажется, я пока справляюсь. Доктор, все в порядке? Нет, не в порядке. Она рожает прямо здесь и сейчас, как я вижу. И он. На вид вполне здоровенький. Легкий, просто отличный. Не хочу вас торопить, но надо доставить вас и... Не придумали имя? Хантер. Смотри под ноги, грибы прямо из земли лезут. Отвезти к большому Дэйву и разгрузить. Ну да. Так мы выходим. Пропустим. Поторопимся. Есть минутка, Коннор? Есть минутка, Коннор? Не хотел вас беспокоить, но мне нужна ваша помощь. Вместе с повозкой сгорели почти все мои инструменты.
В мастерской в Бостоне осталось кое-что, но вы знаете, меня там не особенно ждут. Если вам не трудно, не поможете ли вернуть инструменты? Что я должен делать? Охраняйте меня там. Встретимся в Бостоне у мастерской. Ей понравится. Коннор? Рис, ты что тут делаешь? Хотел подарить Мириам нож. Может, пойдешь со мной? Конечно. Чего ты медлишь? Я волнуюсь. Я уверен, что клинок ей понравится. Что я делаю? Дарю женщине нож? Это же так глупо! Она оценит это и будет им пользоваться. Ах, все равно это глупо. Хотя терять уже нечего. Привет, Мириам. Привет, Норрис. Привет, Коннор. Я бы поболтала, но Эллен ждет на этой неделе запас меха, а мне еще работать и работать. Я ухожу в чащу. Два охотника лучше, чем один. Могу помочь. Правда? Буду очень рада. Я вам кое-что принес. Может, сгодится? Мне правда надо идти. Я вас отблагодарю, когда вернусь. Дождитесь. Добудете первую шкуру, ждите в самой северной будке. Яма. Мне нужна помощь! Коннор, где вы? Помогите мне! Мне нужна помощь! Черт побери! Опять он! Время прощения миновало. Только не убивай. Я уйду и не вернусь. Извини. Сожалею. Я больше не вернусь. Клянусь. Пожалуйста,
Пожалуйста, пожалуйста. Не будь со мной ножа. Этот слизняк меня бы прирезал. Похоже, Норрис вовремя его подарил. Точно. Надо его поблагодарить. Конор, рад вас видеть. Пытаюсь не встречаться глазами с соседями, пока получается. Рядом с вами не так страшно. А как вы вообще? Ну, ничего вроде бы. Конечно, не так, как думал, но такова жизнь. А что вы имеете в виду? Ну, строишь планы, а все идет прахом. И лучше не становится, так слегка меняется. Похоже, у вас черная полоса в жизни. Это пройдет. Вы что тут делаете? Свое крыльцо подметаю. С каких это пор оно ваше? 3 недели, как я его купил. У кого? У владельца. Через его ученика. Владелец уехал, а вам-то что с того? Я и есть владелец. Уже нет, приятель. Сожалею. Разбирайтесь со своим учеником. Он часто болтается в том кабаке. Да вы, небось, знаете. Патрик! Лэнс! Патрик, как ты посмел продать мастерскую? Ты удрал, я решил, что насовсем, и продал все. И мастерскую, и инструмент. Не повезло. В общем, рад был поболтать, но мне пора. Счастливо! Вот гад! Инструменты – жизнь столяра. Он их ни за что не продаст. Наверняка припрятал где-нибудь. Так пойдем за ним. Туалета. Консервы, масло,
вернетесь, я позову стражу. Загружу все это в фургон. Месяца не пройдет, заживу припеваючи в Нью-Йорке. Ну, все-таки хоть что-то. Спасибо. Не верится, что он продал мастерскую. Увидимся дома.
извещают о грандиозной распродаже. В порядке? Хороший удар. Еще один шрам. Рана серьезная? Ха, почти, но ничего непоправимого. Да.
Позвольте, помогу вам.
А, это же вы! Я так долго ждал! Я знаю, кто предатель. Списки лидеров здешних патриотов вот-вот попадут в лапы англичан. Надо подменить списки этими фальшивками. И мы будем бороться дальше. Удачи! Огромное спасибо! Вы настоящий герой!
Когда ваш главарь будет здесь? Через пару дней! Отпустите, умоляю! Бабу, которая тут работала. Моя жена шлюха, но моя. А что, опять ты?
помогите мне! Мой отец очень болен. Добрый человек. Ему нужен доктор. Болезнь можете его отнести? Болезнь просто как с неба свалилась. Надеюсь, я выживу ради сына. Как вы заразились? Не знаю. Ни с кем из больных не разговаривал. Одеяло грязное. Это дар губернатора. Спасибо, скажи. Хочешь одеяло? В очередь. Нет? Уходи. Еще один же... А мне не попасть! Ударил меня!
Я нашел ваш шелк. Чудесно. Надеюсь, вам не помешали? Там был ваш муж, бронил вас. Увидел меня и сбежал. О, боже. Чего еще ждать от этого проклятого пропойцы? Зато вы смогли забрать единственную ценность, которая там оставалась. Спасибо, Коннор. Коннор! 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 Этот пропойца с дружками явился и ломится в дом! Кален, надо их остановить! А дом будет хуже! Вылезай, шваль подзаборная! Ты не можешь заботиться о моей девочке! Отстань от нас, тварь! Листы. Эллен и Мария больше не твои. Я так сказал, и люди, стоящие за мной. Помяни мое слово. Увижу тебя поблизости еще раз. Прикончу. Да забирай их. Спасибо. Всем. Никто нас раньше не защищал. Мы за своих горой. Теперь это мой дом. Я придумаю, как выразить благодарность. Обещаю.